Итак, вторая часть, продолжаем делать хлебницу. Вот, щиты вчера быстренько склеили, много рассказывать про это не стал. Вот, в конечном итоге у нас получилась толщина 20, осталось 2 мм на рейсмусовку, вот, на запиловку, распиловку. Ну и, в принципе, сейчас их распаковываем, идем рейсмусовать, ну, вот, относить на ЧПУшку. Вот, и дальше все, в принципе, покажу. Поехали. Силы щитам начнет за собой вот такой вот косяк. Вот, заметьте, лопнуло не по склейке нигде-то, а просто где-то был дефект самого дерева липы. Вот, вследствие чего она просто лопнула. Ну, это не страшно. Итак, теперь нам нужно заготовить два щита размером 30. Ну и 50 здесь первоначальная ширина. Так, сейчас буду заготавливать щиты размером 30 на 50. И толщина 18 мм буду гонять. Ну, поэтому сейчас идем в распиловочную и рейсмусовочную. Поехали. Получили две заготовки толщиной 10 мм. Это задняя крышка и дно. Одна заготовка 18 мм, верхняя часть. И две подъемки 18 мм размером 30 на 50. Сейчас готовим их и отправляем на ЧПУ. Итак, сохраняем наш проект. На волшебную флешку. Немножко поправили его по толщинам, под размеры, то, что нам нужны. Вот. И теперь делаем сохранение. Угу. Это у нас хлебница. Это у нас хлебница Софья. Это у нас фрезану шестерка. Все за один раз сохранить, закрыть. Все. Теперь перекидываем все это на флешку. Идем тут.
и дуем уже. Ну и пока вы будете смотреть, как вырезаются две половинки хлебницы, я пойду почищу снег. Готово! Готовы у нас все деталюшки для нашей хлебницы. Сейчас идем шлифовать, рассевать, снова шлифовать и готовить все это на сборку.
Спасибо.